Привет всем любителям рока, с вами я, Олег Попов, и наш проект Rock Tusa. Сегодня мы находимся в клубе Grand Bourbon Street, где играет группа Plush Fish. Как дела? Отлично! Любите группу The Plush Fish? Пришли, давно ждали бесплатного концерта. Это точно! Привет, ребята! Алоха! Как ваши дела? Да, да. Дела как? Дела, пожалуй, отлично. После работы на концерте Plush Fish, да еще и на халявном, по-моему, вообще должно быть все супер. Круто, круто. Молодец, молодец. Сейчас каждый прыгает с нами. Это панк-рок-шоу. Давно слушаете Plush Fish? Нам очень нравится Jill Slukin. Привет, Саш, как настроение? Ну все отлично, вот пятница, наслаждаемся концертом, людьми, друзьями. А, у тебя много народу, я смотрю, пришло. Ты давно ли рекламу размещал, только ли ВКонтакте, где? Ну да, мы только на страницу себя вешаем там, но плюс там приглашаем друзей из группы. Вот, а больше ничего не делаем, потому что особого смысла нет. Люди сейчас сидят в интернете, все задроты. Вот, поэтому по улицам никто не гуляет. И поэтому, ну, так как-то. Мы на самом деле не старались, мы просто, ну, подумали, почему бы не сделать сольник, не снять клип, ну, не позвать друзей. А какие коллеги по цеху у тебя, друзья, есть какие-то вообще? Ну, СКА или другие группы, рок-групп? Ну, в принципе, мы все друг с другом общаемся, и я никогда не могу сказать, что там, знаешь, кто-то друзья, кто-то не друзья. Все друг друга поддерживают. Вот, есть какие-то группы определенные, там, которые там выпендриваются, но таких очень мало, потому что сцена не очень большая. И мы стараемся там панк, хардкор, СКА, да, коллективы поддерживают друг друга всячески. Особенно в столице сейчас очень все плохо с музыкой. Вот, и остались буквально единицы групп, которые играют. Которые вот, когда я там начинал играть, с тех пор осталось буквально по пальцам пересчитать команд. А как ты стал, ну и твоя группа, естественно, стала самой гастролирующей группой России именно в стиле СКА? Нам просто нравится путешествовать, играть концерты, общаться с людьми. Деньги – это не главное. Как бы деньги – это все фальшь. Встречный вопрос. Как попал на Дом 2? Мне позвонила моя подруга. Там какой-то директор по кадрам или что-то такая шляпа такая. Сказала: Саша, типа, нам нужен срочно такой, как ты, типаж, там, на телепроект. Я спал, как бы не понял, в чем дело. Говорю: ну да, сколько денег платит? Она такая: ну, типа, $80 в день. А я тогда вообще там нищенствовал, ходил, побирался там у метро Новогиреево. Я сказал: круто, поехали. Она мне сказала приехать, я приезжаю, и потом только я понимаю, что типа все очень серьезно, что это Дом 2, а назад дороги нет. То есть, а я ни разу не смотрел до этого телепроект. Я даже не представлял, что надо говорить, там делать и вообще о чем речь идет. Поэтому я ляпнул, там первое, что попалось, там, что я влюблен в Ксению Собчак. Там, слушай, сенсация, там, и меня вызвали туда. Я понял. А дал ли тебе этот проект что-нибудь в дальнейшем, в будущем? Да я думаю, нет. На самом деле, матом можно ругаться, нет? Конечно. А хуйня это, на самом деле, полная вообще. Там ТНТ, там Дом 2. Не, ну дал для, знаешь, чтобы я выхожу на районе, там, мне до сих пор подходят, там, пацаны на девятках лысые такие узнают, говорят: о, Саня, мы тебе там смс-ки слали, там, голосовали. Ну, я не вижу толка, знаешь, в этом, это лживый пиар, он никому не нужный, это, ну, наверное, круто для каких-то там реально опущенных совсем людей, там, которые не к чему стремиться, там, и у них нет каких-то творческих идей в голове.
А какие-то гастроли ближайшие у тебя намечаются? Ну да, вот мы планируем сейчас поехать в Италию, в Испанию. У нас там достаточно хороший коннект с группами, которые скапанк, там поп-панк играют. Поэтому мы стараемся как-то выезжать за пределы страны. Потому что, во-первых, нам интересно. Во-вторых, вот мы играли недавно в Польше с Чехией. И был потрясающий концерт в Варшаве. Мы просто настолько не ожидали, что мы не могли уйти со сцены где-то, наверное, минут 40. Потому что после каждой песни нас просили на бис, там, и было очень приятно, потому что после последнего чемпионата там, Европы по футболу у поляков такое, знаешь, немножко, как сказать, двоякое впечатление о русских, да, там, в частности, музыкантов. Поэтому тут было все настолько пиздато и настолько все позитивно, и люди хорошие, и Варшава хорошая, вообще все отлично, и в Праге все было отлично. Мне очень понравилось. Поэтому мы хотим ехать там и дальше в Испанию, там, в Италию поиграть. Почему бы нет? Много иммигрантов живет, много людей любят русский язык. Ну, спасибо тебе, Саш, большое за такое емкое интервью. Удачи, естественно, ну и, естественно, хорошего выступления. Это панк!